пирожочек. Кто будет кушать вкусный торт? Киса Алиса пытается тут играть с воздушным шариком. Я просто пою их голосами. Когда ты повзрослел и стал старше на год, то небо плывут над нами, е-е-е. Нам теперь открыты грани, а-а-а. У тебя сегодня день рождения? Да? Покемон, у тебя сегодня день рождения? Не хочет делиться своей игрушечной мандемс ни с кем? Покемон? Да, у тебя сегодня день рождения. Как ты выросла. Та-та-та-та-та! Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family. Со мной тут самые разные мои животные. Но самое главное, сегодня 27 декабря. Ну, ролик, конечно, выйдет, наверное, чуть позже. Скоро Новый год, но сегодня день рождения у моей собаки. Самый первый день рождения моего покемона Юмичу. Она уже больше не щенок. Ей сегодня, и да хватит, Юми, исполнился годик. Подписывайся на наш канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропускать наши ролики из нашей веселой жизни. В общем, ставьте лайк, если вы любите веселые видео, и мы начинаем. Юмичу мой лизун просто какой-то. Я делала 50 фактов о покемоне Юмичу недавно, поэтому рассказывать сегодня прямо о ней уже я не буду. Вы можете посмотреть это видео про нее. Что там происходит? Там твоя подружка что-то творит. Единственное, что хотелось бы... Да господи! Ты кошмар какой-то. Единственное, что... Прекрати. Когда твоей собаке исполняется год, это небольшое все-таки, но событие приятное в жизни любого хозяина. И вот такой вот Юмичу была совсем маленькая, когда появилась на нашем канале. Вот кто это. В нашем доме появился не просто комочек счастья, не просто пушистый комочек счастья, а сумасшедший, просто сумасшедший зверь! Ставь лайк, а я посмотрю. Господи, это же сумасшествие какое-то! И вот такой вот большой собакой она уже стала. Да покемон, ты шею себе сломаешь, если будешь так изгибаться. Она так любит лизаться, это просто капец. Если честно, я сегодня хотела пойти гулять с ребятами и снять вам ваш любимый эпичный влог, но у нас такая грязища, весь снег растаял, дождь, и это вообще жесть какая-то, а не новогоднее настроение на улице. Поэтому мы отмечаем дома. В любом случае, я думаю, что когда у вашей собаки день рождения, если она у вас есть, или любого другого питомца, хомячка, кошечки, кого угодно, все равно для вас это какой-то маленький, но праздник. И всегда хочется сделать что-то приятное для своего питомца. Я, например, раньше покупала, например, игрушку какую-нибудь или новую одежку. Но сейчас, спустя некоторое время, спустя год, у Юмичу уже есть все, что только... можно. Так как Юми покемон, у нее есть покемоновская лежанка, покемоновский портфельчик, куча одежды, и это только покемоновская, есть еще и обычная. Даже своя покемоновская полочка. Очень много игрушек, и если хотите, кстати, я как-нибудь сделаю, которую она любит носить в свой штабик, если хотите, кстати, я как-нибудь сделаю обзор любимых игрушек Софии, Мишани, Юми, Эйвона и кисы Алисы, где она наелась и решила посмотреть. Они реально лучшие друзья. Покажи, как ты умеешь ловить мячики. Раз, два, три. Ай, молодец. Давай. Давай, маме, не лапай мячик. Раз, два, три. Молодец. Юмичу. Попрошайка. Спасибо вам огромное всем за поздравления Юмичу с днем рождения в нашем инстаграме. Кто еще не подписан, ну-ка, подписывайтесь, ссылка там. И ВКонтакте у меня на странице, и в группе в нашей. В общем, спасибо вам огромное. Даже если Юми этого не понимает, то... Конечно же, она это понимает. Короче, в 50 фактах о Юми я рассказала практически все о ней. Но много, конечно, есть еще интересных фактов. Например, об их отношениях с киской Алиской. И о том, как Юми любит сидеть где-нибудь, прислонив попку к чему-нибудь. Это прям ее любимое занятие. В смысле, что она обожает сидеть как бы попой на чем-то вот так вот. И при этом ногами... передними на полу. Это просто какая-то любимая манера. И она очень любит кису Алису. Они лучшие друзья. Они постоянно вместе. Они все время вместе играют, спят. Что они только вместе не делают, да, покемон?
Ну и как вы поняли, Юми очень любит лизаться и пробовать все на вкус, держать все ртом вообще. По характеру сказать, что Юми перестала быть щенком, вряд ли. Она продолжает быть маленьким ребенком, по-моему. Пирожочек. Смотри, у тебя киска отбирает игрушку. Чем можно еще порадовать своего питомца? Ведь все равно хочется ее порадовать, тем более, что это ее первый день рождения в нашей семье. Один годик ей всего лишь исполнился. И так как Юми выросла на корме Платинум, который мы кушаем, если вы еще не в курсе, то знайте, потому что очень многие до сих пор спрашивают, чем я кормлю своих собак, и это не реклама, это правда, мы едим его все время, теперь постоянно, настолько, что ничего другого я не использую, я даже использую его именно при дрессировке, поэтому мои собаки, Юми наконец-то засыпает потихоньку, ничего другого не едят, и Юми в том числе, поэтому я думаю, что... радостью большой для собаки, у которой есть уже все, будет что-то необычное в плане лакомства. Вкусняшки. Все любят вкусняшки, и люди любят вкусняшки, и собачки любят вкусняшки. Короче, кто смотрит наши каналы давно, тот знает, что по традиции я каждой своей собаке на день рождения готовлю тортик своими руками. Какой-нибудь прикольный, красивый, его стараюсь оформить. В этот раз я решила сделать тортик сметанный. То есть, как всегда, взять собачью вкусную основу из корма, весь его помазать как будто бы кремом, только на самом деле сметанкой безопасной для собак, украсить его красивенько, как всегда, лакомствами и сделать циферку 1 в честь 1 года. Кстати, ребят, на моем канале Animagic, ссылочка будет внизу, тоже вышло видео про мою любовь. Думаю, многим будет интересно. Обязательно сходите и посмотрите. Что это такое? Это тортик вкусный будет сейчас для тебя, да? Все так сразу оживились, даже киса Алиса. Кто будет кушать вкусный тортик? Кто будет кушать вкусный тортик в честь дня рождения Юмичу? Посмотрите на них, они уже попрошайничают. Юми. Ну что, поздравляем Юми с днем рождения. Ей сегодня всего лишь годик. Еще столько впереди. Идите, ребята, кушайте торт. Смотрите, они сначала сметанку слизывают. Вы сейчас услышите реальные звуки того, как собаки мои кушают. Вы, наверное, их никогда не слышали еще. Киса Алиса пытается тут присоединиться. Сметанку-то, конечно, ей можно, а вот все остальное – это собачья киса Алис, лакомство. Ну вот. А киса Алиса в это время играет с воздушным шариком. Вообще, ребят, очень аккуратно будьте, нельзя воздушные шарики животным, тем более, когда их много, потому что они могут его лопнуть и может создаться стресс, поэтому сейчас я быстренько его уберу от кисы Алисы, чтобы она его не лопнула. Да, киса Алиса? Смотри, какой большой шарик. С днем рождения, шарик. Тут уже почти все доели. Кто там ворчит? Юми, ты на всех ворчишь? Вообще, конечно, они кушают из отдельных мисок, обычно все, каждый в своей миске. Но раз сегодня такой праздник, пусть уж все полакомятся. Киса Алиса продолжает интересоваться шариком, снова к нему пришла. Так, я убираю его, киса Алиса. Ну все, уже там пустая тарелка, девочки. Кстати, сегодня на канале Magic Pets Юмичу и киса Алиса спели песенку в честь дня рождения. И там же я показала, кто какие подарки дарил Юмичу. Кстати, по поводу песенки, вы часто спросите показать, как я озвучиваю. Я, кстати, показывала это в ролике, как я озвучиваю животных. Но также я говорила, что я как-нибудь покажу, как сочинялась песня. Короче говоря, я просто пою их голосами именно, а потом ускоряю эту песню. И полностью трек вы послушаете у них на канале, но сегодня я лишь покажу, как это делается. Когда ты базу взял и стал страшенно год, ты думал, будешь плакать, но все наоборот. Когда ты базу взял и стал страшенно год, тебе вдруг показалось, что-то тут не так идет. Нет! Облака плывут над нами, е-е-е, нам теперь открыты грани, а-а-а. Минус один год в календаре, е-е-е, ничего не значит для меня, а-а. Когда ты базу взял и стал страшенно год, ты просто стал уверен, что все прошлое пройдет, е-е. Когда ты базу взял и стал страшенно год, вместо того, чтобы переживать, тогда иди вперед. Облака плывут над нами, е-е-е, нам теперь открыты грани, а-а-а. Минус один год в календаре, е-е-е, ничего не значит, я онлайн, я здесь. Хотя...
комментариях еще поздравления, я обязательно их прочитаю. И переходите по ссылочкам на другие каналы, на Magic Pets ролик про Юмин день рождения, на моем канале ролик про любовь. С наступающим вас Новым годом, ребята! Увидимся!